здесь будет такой лекторий, будет образовательный проект, мы будем читать лекции. В Твери, да. Мы планируем это сделать в выставочном зале в апреле 2019 года. То есть мы сейчас уточняем сроки. Я уверен, что это будет крайне интересная выставка, потому что она будет живая. Там, ну, Саша Федоров записал час пения в Ауране. Нужно послушать, я вас уверяю. Или пение Шашинка, или, скажем, стрелы Мацес, которые настоящие стрелы. Вот у меня дома лежит стрела, из которой Туми убил Пикари, например, у нас на глазах. Вот, то есть это действительно предметы, которые используются в быту индейцами Южной Америки. Потом мы расскажем, почему эти народы борются с нефтяными компаниями, что с ними сейчас происходит и почему современная цивилизация их уничтожает совершенно безжалостно. Вот, это тоже это люди. Целый образовательный прям проект. Это будет образовательный проект, который я планирую проводить в течение нескольких лет. Он будет согласован с проектом «Малые народы мира» Андрея Матусовского и «Амазона» с Александром Федоровым. А этот проект будет доступен для избранных или все желающие? Нет, конечно, это широкий круг зрителей, то есть все, кто угодно, могут посетить, потому что редко когда можно будет послушать такого специалиста, как Андрей Матусовский, или такого отличного рассказчика, как там Александр Федоров, который провел в деревнях индейцев Яномама большое количество времени, или который жил в Суауране, самым жестоким племенем в мире, которые считают для себя невозможным умереть естественной смертью. Ну, это